6, 5, 4, 3, 2, 1. Ебать. Охуеть, заебись, самый, блядь, важный момент, сука, просто залагал кадр. А, не, вы. Ебать! Блядь! Ебать! Ёбаный рот, блядь! Охуеть, блядь, Илон Маск. Ебануться. Жесть, летит. Блядь, класс. Интересно, а чё все остальное время видео будет, типа, идти? Ебать, осуждаю, что-то они там сказали. Бля, нихуя она летит, 1100. Это до Москвы я могу на ней за час долететь. Бля, тогда бы я бы тогда, ну, почаще бы там жираком, ну, не бы кусил. Так она взорвется в итоге или нет? Это все графика, блядь. Я, кстати, могли бы команду мистера Биста нанять получше было бы. Ну что это, блядь, за позор? JPEG, JPEG, блядь. Ну посмотри нахуй. Сука. О, они специально даже не, ну, не добавили возможность, блядь, качество выше сделать. Да это JPEG, блядь. Гля! Ебать! То есть они хотят, блядь, сказать, что за 2 минуты, нахуй, стемнело, да, блядь? Глянь! Глянь, блядь! Это день? Светло, да? Ебать, 2 минуты. 1 минута проходит, блядь. Уже, блядь, куда нахуй? Ха-ха, блядь, вы меня не наебете. Ебать, блядь. Или другой вариант. То есть им, чтобы там камеру поставить в космосе, там типа темно, да, вы отмажете. Блядь, им, чтобы камеру в космос поставить, чтобы вот это снять все, им надо было туда уже тогда ракету запустить. А в чем тогда прикол того, что они эту ракету запускают, если они уже запустили? Ебать, блядь. Залупа. Бля, не, ну это, конечно, да. О, гля, и опять день. Угу. Блядь, да-да-да, больше света стало. Но это, в этот момент они поняли, то, что они это, подъебались. Да это графика летит, блядь, что это, нахуй? Такой эффект в этом, в GTA San Andreas, когда быстро на машине едешь, камера специально начинает трястись, чтобы, типа, быстрее. Как будто быстро. Просто JPEG, блядь, кто-то PNG. Ну смотри, смотри. Я тоже быстро, я сейчас в космос лечу, я быстро лечу в космос. Глянь, одно и то же, нахуй. На JPEG запустили, конечно, блядь, наебывают вас. О, что-то взорвалось наконец-то, оно. Короче, ну-ка. Ебаный рот! Что это? Это так и должно быть? Или это мистер Бист? And we just heard there, ship avionics, power and telemetry nominal, all six engines are lit, as you can see from the GUI there. Бля, охуенно, короче, не, вот это вот вообще, вот эта точка тоже. Now we did know that the that hot staging was going to be incredibly dynamic. We knew that there was a chance that the booster would not survive, but we're going to take that data and figure out how we can make the booster better for the next hot stage. Yeah, that hot staging put a lot of load on the top of the booster, and of course it flipped around there a lot of times. Блять, вас наебывают нахуй, а вы ведетесь нахуй, нахуй, нахуй. Вас, блять, люто, все, блядь, жестко наебывают. Пиздец.
А вы ведетесь. Хуйня полная. Хуета. Чё тут, блядь? Так я не понял, оно должно было взорваться или нет, блядь. Просто все остальное время на точку сидишь, смотришь. Вот. Вот, блядь. Вот, блядь. Во, вот это, бля, ебать, Марс? Нихуя, она за 9 минут до Марса долетела. Ебать, бля. Не, еба, вот это, конечно, жестко. Блядь, видали? Охуеть, там тараканов, наверное, много на Марсе. Илон Маск, блядь, ебать. Ой. Блядь, Илон Маск. И пропал. А, не, вот он, вот и Илон Маск. Охуеть. Да. And I mean, up to this point, major... Закич, у меня есть ответ на твой вопрос. На твой вопрос, как дела? Здравствуйте. Можно рекламку моего СМИ по СПБ? Наверное, можно. Сыночка, я в Сан-Тропе. Алло, блядь, нахуй, блядь. Две недели уже не смотришь разоблачение от СПБ. Она не потеряла свою актуальность. Как дела? Было хорошо до того, как ты пришел. Выйди со стрима, пожалуйста, срочно. Привет. Да. Можешь ли посмотреть от нашей команды песню по Майнкрафту 4 минуты? Видео без ап? Если нет, то сколько это стоит? Сыночка, я сам. Вот когда додумаетесь, тогда и посмотрим. Можно нарисовать с тобой брелок? Блять, нет! Вот, блять, все можно нахуй. Но брелок, ебать, что? Но брелок, блять! Бан нахуй. Все. Не, можно было бы, можно было. Но брелок, конечно, это да, это. Да, это брелок. Да какой спойлер, это вы все видели. Какой вы спалил? Это было уже, просто никто не нарезает, блядь. Столько охуенных, блядь, серий жопера с мультиками с этими были. Никто не нарезает, ебать. Это все было. У меня просто на одну и ту же кнопку вот это. Вот так сделать и вот так. Это вы пососали, вы пропускаете просто эти стримы. Значит, ладно, рассказываю вам, подписчики, про долбоебов из комментариев. Вот в последнем видео меня, конечно, я банил людей, вы представляете? Банил людей, чтобы их спасти. Это, ну, я, между прочим, хочу геройское какое-то звание получить. Значит, сейчас я вам покажу. Блять, пиздец полный. Вот, значит, смотрите. Я выпустил видео, я его снимал, я не помню когда, примерно в июле. Вот, вот это вот видео, советую посмотреть. Это первая часть, если что, будет вторая часть. Вот, во-первых, я хочу узнать, как Сновер через 2 минуты после выхода видео расписал тайм-коды. Вот это я нихуя не понял. Я еще подумал, блядь, Яндекс нейросетка не сможет настолько быстро это типа сделать, потому что она там прописывает типа первый участник, второй участник, и потом она пишет типа еще раз третий участник. Типа, ну я как она может это сказать, блядь. Ну вот. Ну, короче, нормально. На Бусти посмотрел. На Бусти оно на 2 минуты раньше вышло. Там. А, хотя, может быть, он дал 555 рублей. Вот. Вполне возможно. Я просто сделал так, что можно посмотреть заранее. Там сколько у меня 3 подписчика за 555 рублей. Вот пусть они бы посмотрели заранее. Может быть, посмотрел. Короче, ребята, в этом видео вы сейчас охуеете, была реклама, блядь, да, вот, и я вот здесь вот сделал закрепленный комментарий, ну, как бы, и нормально было. Кстати, реклама вообще потрясающая, я подвел к этой рекламе вообще божественно, реально, вот, только я не помню где. Вот, во, зацените, я типа подслушиваю, да, такой, подслушиваю, это самый главный герой видео, кстати. Меня Кэшью зовут. Я только понял, что у него сигарета из зубов.
Так, ладно, это мы проскипиваем, потому что я вам самое главное рекламу должен показать-то, блядь. Тех людей в нас... Если вам тоже интересно подслушивать разговоры настоящих людей в многопользовательской игре, то предлагаю вам скачать игру Grand Mobile. Прикиньте, блядь, подвел гениально, просто охуительно, реально. Вот, мне сказали сначала, когда мне скидывали, мне говорят, ебать, вот нас Вилсаком рекламировал, сделай как Вилсаком, скажи обязательно про гелик. Типа там надо было, обязательно скажите про гелик. Я думаю, да ебать, Вилсаком, блядь, я тут подслушиваю людей, значит, там тоже можно подслушивать. Вот, ну и короче, я это все к чему, блядь, я что-то охуел вообще. Вот, во-первых, вам надо это видео посмотреть, реально охуенная темка. И плюс еще вторая часть как бы еще будет, да? А вообще это суммарно уже пятая часть моих подслушиваний. Все остальные части там собрали, блядь, 300 плюс тысяч просмотров. Я честно скажу, я там, я банил людей. Вот, я банил людей, которые пишут, пишут типа, фу, ты продался. Я думаю, ебать, я что нахуй в первый раз в жизни рекламу продал или что? Вот именно формулировка фразы, блядь, продался. Я банил людей, чтоб они не позорились. То есть меня, вот, зацени, блядь, я не шучу нахуй. Еще один 4 часа назад продался, блядь. Вот. Кто-то может быть доволен продуктом, кто-то может быть недоволен продуктом, да? Кто-то моей подачей может быть доволен, кто-то недоволен. Это окей. Но, блядь, продался? Ебать, блядь. Ну, типа, раньше... раньше у меня комментарии, типа, ебать, пятерка, поздравляю с рекламой. Типа, все заебумба. На Твиче, блядь, ну, тоже есть реклама, буквально там сколько? Несколько дней назад было. Ебать, и тут я выкладываю видео, блядь, с рекламой, ну, игры. Ладно бы, я бы продался, но типа, не знаю, как этот, кто шарит, я забыл. Пограничник был чел, который разоблачал инфо-цыган, а потом сам стал инфо-цыганом, типа, за 10 миллионов рублей. Да, ну, окей, типа, да, ну, было, окей, да, продался. А тут, ёпта, продался нахуй. Чё за хуйня? Я вообще охуел, но я серьезно, я просто предупреждаю, то что, ну, я банил таких людей, во-первых, чтобы они сами не позорились. Ну, я не знаю, как они там разбанятся, наверное, ну, новый аккаунт им придется создавать. Вот, во-первых, чтобы они сами не позорились, но потому что такое позор написать. Я не знаю, если ты меня ненавидишь, ну, предъяви мне за какую-нибудь серьезную хуйню, то что, ну, там писали в комментариях, ебать, у тебя детское начало ролика, типа, да, ну... Скир-скир! Вот вы у меня спросите, а зачем мне так много наушников? Я считаю, что я гений. Я реально надел сразу дохуя наушников. Охуенный байт, то есть человек байтится на то, чтобы ебать. Действительно, почему у него много наушников, наверное, будет подслушивать. Типа, скир-скир, блядь, это вообще в мертвых найках. Это для ценителей, блядь. Фараон — это новая классика, да? Вот, но это нормальная тема. Предъяви за что угодно, блядь. Но то, что я продался, ебать, блядь. Я не продался, я продал рекламу. Вот, ну, типа, я продал рекламное место, нахуй. Вот, ну, продался — это вообще что-то другое. Это гораздо больше уровень. Или что, я говорил, ебать, ребята, вот я всегда, нахуй, буду рекламировать казино, нахуй. Я буду рекламировать, ёпте, букмекерские всех этих каперов там, блядь, буду рекламировать там, бля, о, бля, там, бля, блядь. Вот, но... Точно не буду рекламировать ничего связанного с GTA. Вот, блядь, если с GTA связано, блядь, хуесосьте меня, если, блядь, прорекламирую. Там, бля, о, бля, да, бля, бля. Вот, ну нет, конечно, ну ебать, блядь, чё за хуйня, короче. Шкалатроны поохуевали. Всех забанить, всех уничтожить, попустить, реально. Все, на этом мои полномочия, как бы, нормально. Вот, собственно, советую ну, ознакомиться с данным видеоматериалом, да, и... как его? Ну, собственно, кайфануть, блядь. Вот и все, нормально. Заходите, посмотрите, и будет скоро вторая часть, реально. Блять, и прикиньте, что там будет, хватило. Нахуй. Нет, вы охуеете, нахуй. Летят, а, да, или на Бусти есть без... Привет. Оцени мегахайп. Ладно, хорошо. На Бусти есть версия без этих. Без этих. Ты продался? Боже. Блять, Закич, нахуй, блять, нахуй, блять. Вот, короче, у меня есть подслушка без цензуры, просто все запикивания убрали и все из ролика. И еще вот могу посоветовать, почему мне и вам не нужна машина 50 минут, то есть контента. Сейчас я, подождите, возможно, даже подарю вам эту подписку.
Так. Там, бля, о, бля, там, бля. Так, а ну-ка. Угу.